праздником! 15 июня Заинский муниципальный район представил Республику Татарстан на празднике Сабантуй, который проходил в Магнитогорске. Этот яркий праздник состоялся в городском парке уже в 26-й раз. Заинск не впервые принимает участие в нем. Торжественная церемония проходила на главной сцене. Гостей праздника тепло приветствовал глава Заинского муниципального района Разиф Каримов. Он также зачитал текст поздравления города Магнитогорска от Раиса Республики Татарстан. Дорогие наши магнитогорцы, уже который год и по приглашению, и от себя мы принимаем участие на Сабантуе, именно в этом парке. Большое спасибо, кто принимает. Глава района Разиф Каримов вручил награды представителям татарского народа за их значительный вклад в развитие национальной культуры и укрепление межэтнических связей. Благодарственным письмом от Национального совета Всемирного конгресса татар был отмечен глава города Магнитогорск Сергей Бердников. Добрый день, уважаемые гости! Мы вообще очень многонациональный город, и татары и башкиры значимую часть в городе у нас занимают. Поэтому мы, конечно же, делаем сегодня много для того, чтобы поддерживать вот эти связи, связи народов. У нас есть и дом дружбы народов. Поэтому, когда еще к нам приезжают и из Башкирии, и из Татарии, или из других каких-то республик, мы, конечно же, очень благодарны. Эта награда стала признанием его вклада в духовное развитие татарского народа, взаимное обогащение национальных культур и укрепление связей между народами во имя дружбы и процветания. Главе Заинского муниципального района Разифу Каримову было вручено благодарственное письмо. Благодарственное письмо главы города Магнитогорска вручается главе Заинского муниципального района Республики Татарстан Каримову Разифу Галиевичу. Гостей праздника ждало красочное подворье, где каждый мог познакомиться с традициями и бытом татарского народа. Здесь же можно было отведать ароматный фито-чай, блины, принять участие в мастер-классе по приготовлению национального блюда кастыбы. Гостей праздника ждали подарки от нашего района. От нас, конечно, тюбетейки. Каждый желающий мог принять участие в национальных играх, которыми так славится Сабантуй. А любителей спорта ожидали зрелищные соревнования по национальной борьбе куреш. Ярко, красочно, все нарядно, замечательно. Люди ходят, радуются, что еще нужно. Спасибо. Он символизирует считается татарский, башкирский Сабантуй. По национальной эти, у нас же эти игры, эти же достижения же идет. Вот за это мы и приезжаем тоже. Мастер-классы у вас стоят, там то, что кастыбы там делают, там у вас чаи всякие разные. Ну, интересно. Хорошо, что вы тоже приезжаете к нам, Магнитогорск. Гостей праздника порадовало выступление творческих коллективов. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, новости Заинска.